Да, привет, друзья. Ну, меня попросили поближе картину показать. Ну, это будет как символ. Я для Нодара Беридзе делаю, который возглавляет эстафету, международную эстафету добра. Аудитория, которая там, 100 миллионов людей, аудитория, там и телевидение, и радио, там и целая команда участников, там это же большой велопробег. Да. Ну, мы там подробнее об этом еще потом будем говорить. А почему колеса такие, меня спрашивали? Это часы я так сделал, как будто время идет. Время идет, потому что наша школа, человек будущего, Homo Futurus, в моем лице туда вносит вклад свой, разрабатываемую нами науку человечности. Да. Доброта спасет мир. Вот. А почему на самого Нодара не похож? Нодар-то у нас борец на велосипеде. Это символ. Это символ. Это символ его одновременно перемен, движения. Видите, у него руля нету. Руля нету. А как будто есть. Да, это специально так сделано. Это хорошая картина. Вы потом увидите. Еще ближе увидите, когда она будет совсем закончена. До встречи, друзья.